А что значит работа с подсознанием? Ну, во-первых, когда я работаю с человеком вот на уровне неосознанного, на уровне подсознания, я как минимум, я имею в виду только себя. Я не имею в виду сейчас того человека, с которым работаю. Я как минимум приобретаю новый опыт. Это появляются новые подходы, новые решения каких-то задач. Это, так скажем, свежая кровь. Что касаемо человека, с которым я работаю на уровне бессознательного, то, знаешь, я очень долго, уже очень много времени заморачиваюсь на тему как раз вот этого бессознательного, в поисках самого простого способа решения каких-либо, вообще каких-либо, не только психологических, вообще каких-либо вопросов решения задач вообще человеческих. И я увидел уже давно, увидел, что вот эта вот работа с неосознанным, работа с подсознанием – это самый оптимальный, самый быстрый и самый качественный способ. Это касается и психосоматики, это касается проблем каких-то внутренних, корневых, это касается и бизнеса, это касается состояния, это касается здоровья, это касается такого спектра, огромного спектра жизни человеческого, что всего назвать просто физически невозможно. А если возможно, то потратится очень много времени. Бессознательное. Я бы, наверное, и термин такой не применял. Ближе бы это было бы название неосознанное, потому что объясню почему. Без сознания это человек, который не способен чего-либо осмыслить, а вот неосознанно это человек, который еще не осмыслил. Вот, наверное, вот корректировку такую внести нужно. И неосознанность – это своего рода… Ну, здесь два аспекта есть неосознанности, как я вижу. Первый аспект – это люди уходят в неосознанность тогда, когда не хотят брать ответственность за свою жизнь, за свои какие-либо действия. А второй аспект неосознанности – это тогда, когда человек не помнит, как это быть в таком состоянии. Хотя каждый человек в нашей жизни вот в этом в состоянии… Нет, я вру, я неправильно сказал. Неосознанный. Каждый человек в своей жизни обязательно был в состоянии осознанности. Вот был он в состоянии осознанности. И это происходило примерно до 5-7 лет у каждого человека. А потом уже под гнетом социума, под гнетом любимых родителей, человек становится, переходит в состояние неосознанности. Да. А потом человек из состояния неосознанности, ну, если он думающий, если он развивающийся, всю свою сознательную жизнь пытается перейти опять в состояние осознанности. Вот какой парадокс складывается у нас. И я своими действиями всячески пытаюсь помочь людям перейти как можно быстрее в состояние осознанности. И все эти семинары, все эти тренинги, все мои консультации, у них имеется общая цель. Помочь человеку перейти в состояние осознанности. Если человек переходит в состояние осознанности, то есть покидает каким-то образом вот это, как называл его вначале-то это подсознательное, да, покидает вот эту вот всю подсознательную среду свою непонятную жизнь, то он выходит на уровень творца, на уровень волшебника. Он способен осуществлять все, что захочется, как захочется и когда захочется. Это прекрасно, это шикарно. Вот как-то так.